Привет из Нью-Йорка. Я обещал показать свое хобби. И хобби у меня необычное. Я пишу портреты демонов. Это хобби у меня появилось еще в России. Я еще в России продавал эти картины. Здесь я продавать даже не пытался, если честно. Я просто так расслабляюсь. Сразу говорю. У меня с головой все в порядке. Я не вижу их в реальности. Я не наблюдаюсь у психиатра. Хейтеры, успокойтесь, пожалуйста. А то мне такое пишут иногда. Я просто люблю писать что-то такое жуткое. И мне понравилась тема портреты демонов, их лица. Вот мне это просто нравится. Я люблю фильмы ужасов, я люблю аниме. Блич, Паразит, Токийский гуль, Меч, изгоняющий демонов и подобные аниме. Собственно, поэтому у меня такая тематика и идет. Вот. Я им имена, если честно, здесь не дал. В Магнитогорске у всех демонов были имена. Я люблю творчество, я люблю ужасы, и я просто так выплескиваю свою энергию. Кто-то пьет, кто-то там еще что-то, а я пишу портреты демонов. Я так выплескиваю свою энергию, я так расслабляюсь. У меня есть друзья-психологи, и они хвалят такое увлечение выплескивать свои эмоции. Это такой вот няшный демон, не знаю, чем я руководствовался. Это я наполовину использовал акриловые маркеры. Акриловыми маркерами очень, кстати, классно рисовать. Он по-черному этот маркер тоже рисует белый. Вообще прям. Ну, этого демона я еще не дописал. Чувствую. Может быть, в будущем имена им дам. Но вы знаете, акрилы мне нравится больше, конечно, писать. Почему? Наверное, потому что он сохнет быстрее. Потому что масляная краска может неделю сохнуть. Плюс-минус. А акрил сохнет моментально. Это все мои демоны. Но я, если честно, давно уже не пишу картины. Вот этого надо доделать. Это я точно знаю. Это недоделанный. Рамку я нашел. И где-то у меня еще был какой-то портрет. Ну, в общем, вот такие дела. Напишите, если вам интересно, я покажу вам картины из России, которые я писал в России. Они там, соответственно, и остались. Такие дела. С вами был Васек из Нью-Йорка. И мое хобби – портреты демонов. Еще раз говорю, хейтеры, можете расслабиться. Все равно напишет кто-нибудь. Думаете, мне не пишут это? О, постоянно. Так что всем пока.